Друзья, всем привет! Приехали мы открывать сезон, наверное, все-таки. Там больше морозов не намечается, земля копается. Мы на песках. Сейчас пойдем искать находки. Открываем сезон 2021 года. Ну, друзья, хз, конечно, открытие это или просто копытие. Ну, вот в ямке, где прибор лежит, там ложку выкопал, а вот там вот копеечка 65-го года кто-то кушал и потерял монетку. Поздняя, ну, блин, пока первая на сегодня. Ложка такая симпатичная, красивая, но, к сожалению, ребят, нержавейка, вот здесь написано нерж. Прикольная вещь, заберем. Находочка такая. Ну и копеечка. Вот она. Берем. У кума там уже находочек он накопал. Конинки, тоже монетка. В общем, в конце будет интересно, покажем. Ну, пока роем. Ребят, у меня находочка, переехал. Блин, не взял с собой хабарницу. Был сигнал такой в песочке. Еле смог копать. Сейчас покажу вам. Ребят, какой-то значок. Что-то КМК или что-то такое. Блин, классно. Впервые такой вижу, ребят. Ну, прикольно. Конечно, с утратами, но все-таки. Класс. Берем, берем. Есть, ребята, тут находочки. Выскочила вот такая маленькая кониночка. Обзваниваю еще. Кто знает, может, это эмблема царских лет какая. Вы-то, если я информацию нашел, вы-то ее уже увидели, что за эмблема. А я-то сейчас в данный момент не знаю. Куманек, вон он ходит, подходит ко мне. Сейчас он офигеет, когда я ему покажу ее. Вот, копаем. Друзья, у кума визуальная находка. Вверху конинка лежит. Охренеть места. Ай, ну ходим. У меня там один лучик от крестика выпал. Потом в конце увидите, покажу. Ходим, копаем, долбим. Все, друзья, идет снег, похолодало. Поспешили мы открывать сезон, еще, блин, видно. Обзор находок. Так, у меня сегодня вот такая вот петлица, не петлица, что-то интересное. Вот. От крестика нижний лучик, ноги Иисуса Христа. Пломба такая вот прикольная, серп и молот. Вот эта штука тоже непонятная. Думал, капсуль. От чего, подскажите. Вот пуговка, гребешок, часть гребешка алюминиевого, конинка и копеечка 65-го. Ну, у куманька конинки вот такая вот маленькая, прикольная. Такую еще не видел. И вот она такая старинная какая-то вся. Обрызанная конинище. Троечок 32-го и копеечка 82-го. Ножик прикольный, узорчатый. Ну, и здесь всякие ручки, болтики. В общем, вот такой результат, друзья. Поедем. А, у меня еще ложка вот эта вот. Модная ложка из нержавейки. Друзья, всем привет! Снова мы на копе копаем на старом хуторе. Нашли вот такой вроде как водоемчик был. Пересохшая лужа. Ну, ребят, у меня первая находка. Страшненькая такая монетка. Но ранняя. 20 копеечек. 45-го вроде года. Что смог, очистил. Ищем еще, продолжаем. Копается уже практически везде. Весна пришла полностью. Поэтому копаем и снимаем для вас находки. Так, ребятки, очередной сигнальчик монетный такой. Вот он лежит. Сейчас будем смотреть, что это. Пятнадцать копеек 55-го. Вот, видно? Монетосик. Берем такой вот дорожки около озера, пруда.
Маловато монеток здесь, конечно, но есть. Продолжаем. Друзья, у Куманька вот находочка любопытная такая вот, висюлечка была. 10 копеечек 1860-го кто-то делал сам. Прикольно вообще. Затертая, конечно, но находка интересная. Зачетная такая. У меня вот такая какая-то штука, не знаю, от чего-то, от люстры, не от люстры выскочила. Копаем, продолжаем. Солнышко, друзья, весеннее такое вышло. Обалденское. Прям, ну, местами еще, да, не роется вот здесь в траве. Так копается. Но я опять сегодня по советикам. Дает мне это место советики. Копеечка, друзья. 67-го года монетка. Пойдет, пойдет находка. Берем, копаем. Может, и мне сегодня царь перепадет. Роем, кум, вон он ушел. Так, друзья, ну прошло очень много времени. Немножко переехали мы. Ну, на этом же хуторе только. Чуть дальше переехали. Очень долго не было находок. И вот, наконец-то, выскочил еще один ранний сегодня. На сегодня. 10 копеечек. Какой год? 48-й, что ли? 48-й или 49-й. Такая. Здесь, конечно, затертая, но пойдет. В общем, Манек сегодня по-любому рулит. С его этим медальончиком из царской монеты. Зачетно. Не знаю, время уже... Вечер уже поджимает. Догоню его, не догоню по находкам. Я сегодня по советикам. В общем, копаем. Все, друзья, закончился коп. У меня вот такие находочки. Две ходячки по 2 рубля. Три ранних советика, один поздний. Вот эта вот штука интересная, не знаю, с люстры может. Пуговка со звездочкой. Ну, какая-то пряжка. Манек сегодня бомбанул. Серебрушка, медальончик, 10 копеек 1860-го года. Обалденная находка. Ну и получается 5 поздних советиков. Вот эта штука еще интересна. 1950-й. Кто знает, подскажите. Вроде свинец материал. Ключик кто-то пытался делать. Ну и, наверное, блесна. И, друзья, третий день нашего поиска. Решили выбраться вот так вот. Фигарим, пока весна, пока есть время покопать. Опять же, на песке. Где-то в траве не копается. Первый сигнальчик, первая находка. Тканинка лежит маленькая. Вот интересненькая, берем. Ходячка. Вот, друзья, тканиночка. Тканиночка. Забираем. Так, ребят, залез я в такие вот джунгли. Куманек там ходит на открытой местности. У него там щитовичок выпал и конинка. У меня вот выпала, ребят, какая-то пуга. Я думаю, наверное, номерная. Номер на ней какой-то. Сзади вот такое действо. Буквы есть какие-то. Надо будет чистить, ребят. Ну, пуговица. Прикольно. Сегодня я без монет, но хоть с пуговицами. Обычную железную еще выкопал. Симпатичная такая. Наверное, с посеребрением. Заберем, почистим, посмотрим, что здесь написано. Копаем, продолжаем. 3 часа, полдня уже покопали. Может будут монетки, может не будут, не знаю, посмотрим. Друзья, ну в общем не знаю, видно все зависит от катушки. Поставил штатку, на маленькой проходил, что-то монеты не попадались. И вот в ямке наконец-то выпал монетосик. Ну поздненький советик, двушечка 63-го, но все равно приятно. Здесь же еще выкопал конинку маленькую, потом в конце в обзоре увидите. Ну, монетка есть. На сегодня первая. Кум там уже накопал. Наверное, штук 5 уже монеток. Я пока вот... Ну, еще впереди вечер. Копаем. Сделал тоже штангу еще одну из удочки. Такое действо. Так копаем. О, друзья, у кума находка. Царская медаль. Кум жжет сегодня.
Ну-ка. За усмирение Мятежа, польского польского мятежа. мятежа, да. А, у меня такая есть, да. Я тогда в шурфе такую выкапывал. Блять, охуенно, блин, бомбезная. О, друзья, медалька. В классном сохране такая царская. Зачет. Я такую в шурфе находил, но мне она похуже. Сохран. А здесь-то прям бомбезная. Класс. Друзья, ну у меня почти самовар. Вот ножки одни остались. Я не знаю, что за температура должна была быть, чтобы он так сплавился. Сплавленный самовар, друзья. Жесть. Вообще. Да. Хорошие места. Копаем. Все, друзья, обзор находок. Позже, может, еще немножко походим, если что будет интересное, покажем. Кума, вот бомбезная медаль бомбанул за усмирение мятежа польского. Конинок штук 10, наверное, а то и больше. Советики ранние, поздние. Такое количество находок. У меня интересная только пуга какая-то. С надписями надо чистить. Одна монетка, две конинки, две пуговки. Вот такой результат. Солнце заходит. Сейчас, наверное, чуть и поедем домой.